Заказал себе новую потоловушку. Потому что одну потерял куда-то, вообще не знаю. Куда она делась? Кстати, в чем плохая была. Там аккумуляторы были. Не вот эти пакеты, которые немножко побольше. Удобнее. Так, что вам? Вот это удобно, она очень хорошая. Она, кстати, с Wi-Fi, не знаю, если там Wi-Fi, там недалеко у нас. Ой, как? О! Вот. Самое главное, чтобы там были настройки. Так, точно. Вот, обычный Wi-Fi. Видеоапку. Тут инструкции всякие. О, кстати, приложение тут есть. Для этой заловушки. Ну, сразу показано, что инструкция управления. Карта. Цепь для батареек. Так, что-то еще у нас новенького. Так, вот номер телефона. Смотрите, ладно. Если поеду в Долину... О, какая она громадная. Если поеду в Долину Славы, то могу ее с собой взять. Там где-нибудь ее подальше поставить. Так, что у нас тут? Это палочка. Кстати, у меня там тесто замешивается для печки. Что это такое? Поэтому такие звуки. Ладно. Еще что-то. Какой-то переходник для зарядки. Полагаю. Да, вот. Вот зарядка. До нее переходник зачем-то. Зарядка. Ну, она реально мощная. По размерам. Вот у меня предыдущая. Так, что-то еще переходник для карты памяти, пока я понимаю. Картридер. Итак, что там внутри? Я сейчас в данный момент не буду ничего не снимать. Показывать. О, здесь удобно. Ну, мне показалось, что удобно всех снимать. Кстати. Ну хоть додумались. А не сделать так, чтобы не мучиться. Вот. Это же надо. Кстати, тут съемный отсек. Отсек для батареек. Вот он. То есть можно ее просто вытащить? А, тут и нет батареек как таковых. Тут просто встроенный аккумулятор. Это намного хуже, чем я думал, конечно же. Потому что, ну, если его хватит на все лето, к примеру, тогда это хорошо. Ну так он сел, например, допустим, и что мне теперь? Ну ладно, посмотрим. Насколько он заряжен, не заряжен. Как он втыкается-то? Все, втыкну туда. А, нет, она крепится. Вот это off. Он. Надо. Так. Да уж. Открыто. Сейчас мы это впихнем. Так. Закрыто. И заряжать ее можно, не вытаскивая. Здесь тоже гнездо. Есть. Здесь, вот. А, это, наверное, вот, не знаю, чем она. Здесь, найти карта памяти. А, вот. Тут USB. Зачем она? Тут какой-то тоже разъем. Так. Тут заряжать, что ли, можно ли вытаскивать. Пока она мне не включилась, видимо, разряжена. Сейчас попробую зарядить. Так, разобрался. Минус. Сюда нет слота для microSD. Сейчас я ее зарядки сниму. Здесь только для вот большой для зарядки. Такой слот сюда вставляем. С переходником, как я называю, картридж мыть. Тут можно настроить Wi-Fi. Включиться по Wi-Fi. Для того, чтобы посмотреть, что там записалось, реально работает. Только что проверил. И настроить там приложение. Вот, скачать его. Настроить можно камеру прямо с телефона. Что весьма удобно. Не надо ковыряться. Вот штучек не русских. Там русский шрифт. Все отлично. И можно скачивать не подходить к камере, допустим. Сколько там метров? 600, что ли, метров берет Wi-Fi? Подойти за 600 метров, посмотреть, что там записалось, скачать, удалить на карте памяти, чтобы не мешалось, ну, чтобы дальше записалось, и идти домой. Это у меня, так сказать, самая лучшая потоловушка, которая когда-либо была. Купил как на распродаже ее. Ну, как это называется, скидки на яблоко. Вот такая она мощная. Кстати, тут можно вешать ее. Так она дергается, снимает там что-то. Так. Надо включить. Хватит мне тут снимать. Так, можно ее
Вот что повесить, или как это? Или это для этой веревочки? А, это... Вот этой веревочки. Этого ремня. Можно так сказать. Удобство ее. То, что встроенный аккумулятор. Ее хватит надолго. Не надо таскать свой постоянный аккумулятор на замену. Плюс, может, через телефон проверить, сколько там осталось процентов зарядки. Минус, что нельзя прийти с пауэрбанком и зарядить. Там же. Ну, допустим, пришел, поставил на зарядку, ушел. Но не грибы собирать или гулять, или ночевать. Пришел, вытащил пауэрбанк, пошел домой. К примеру. Минус еще то, что нельзя microSD использовать. Мне кажется, это... Такие уже технологии-то меняются. Зачем вот этот? И вот это вот устаревшее гнездо, я не знаю. И тут даже не приложение, а только кабель. Как пользоваться? У меня уже давно таких нет штук. Где-то на балконе валяются старые, но не знаю. Но качество я еще не знаю. Качество. Это первое, что я выложу с потолочек. Это видео с этой камеры, скорее всего. Смотрим, насколько она себя оправдает. Так, ссылка на в описании. Тут все-все про нее. Так, надо не возьмет сейчас я. На 4К снимает, но я не доверяю этим 4К. Вот таких вот штук. Я буду снимать не 10. Так, вот посмотрите. Все ее характеристики. Удобно настроить дату можно. В некоторые потолочки не позволяет это сделать. Почему-то. Вот. И вот это я еще не понял, зачем вот эта штука. Честно. Коммерт он какой-то, не знаю. Ну, мощнейшая вещь. Заряжу ее. Я ставлю до июня. В июне я ее уже... А может до балкона? У меня там птички постоянно кушают. Кстати, да. Сейчас я это и сделаю. Точно.